Друзья, привет, привет, привет. Мы идем к Стелке. Я решила поехать на автобусе на 88-м до фуникулера, до фонтан Бахрамгур. Оттуда пройти через губернаторский садик и подняться к Зарьяр-Палан, друзья. Друзья, ну, я села на 125-й. Он первый подошел. 125-й у нас идет дальше. Сидаряк и так далее. Кстати, проезд. Площадь Азнефть. Проезд у нас стал 40 копеек. И вот во многих автобусах кондиционер. Я зашла в салон автобуса, как будто в холодильную камеру, друзья. Вот этот переход, перекресток Азнефть, от бульвара к садику. Очень красивые переходы, очень красивые. Сейчас мы выйдем вот сюда. И потом, короче, я не туда выхожу. Сейчас я выйду. Я не в тот переход зашла, ну ничего. Сейчас я вышла к бульвару, сейчас я зайду в самый красивый переход города и выйду прямо к губернаторскому саду. А здесь у нас справа Венеция, давайте посмотрим. Венеция. Лодки уже курсируют вовсю. У нас сразу внезапно наступила жара. На той стороне канала я вижу, цветет калистемон астралистный, вон он. Плывут отдыхающие, делают селфи. Лодочник срывает цветочек и дарит девушке. Какая прелесть! Друзья, над нами поет дрозд. Ну вот, направляемся. Я одна снимаю, поэтому я себя чувствую очень комфортно. Правда, ветер, друзья, я не знаю, как будет отражаться это на звуке. Ну ничего, самое главное, что мы смотрим, где мы идем. Дует хороший прохладный ветерок. Вон он садик. Вон она филармония. И подъем по улице Ниязи. Все, идем к переходу. Наш переход. Мои уважаемые подписчики, кто просил попугаев, вот мы сейчас как раз направляемся в царство попугаев. Откуда они и начали расселяться по городу. Почему-то они появились сначала в губернаторском саду. Если нам сейчас повезет, день ветреный, возможно, попугайчики будут сидеть в своих гнездышках. А может быть, нас и порадуют своими стремительными полетами и криками. Прекрасные ожереловые попугаи. Друзья, день для съемки не очень удачный из-за ветра. Но Стелка пригласила меня на сябзи. Сябзи – это плов. К нему курочка с зеленью и, кажется, с яичком. Вот. Так что день не приходилось выбирать, поэтому снимаем. Пахнет. Сейчас цветет у нас айланд, по-бакински вонючка.
такое вот это характерное, вот это напоминающее с детства цветение, вот этот вот запах. Он мне очень нравится. Очень красиво на стволах закреплены вьющиеся розы. Очень красиво. Садик полон гуляющих. Еще красота такая в садике. Что-то много здесь детей. Прям такой оживленный какой-то денек. Наверное, приехала какая-нибудь школа. Сейчас дети заканчивают учебу. Последний звонок был у старшеклассников. А малышня сдает свои последние зачеты, экзамены. И вот их привезли гулять. Девочка Кармен. Я увижу скамеечку, я посижу, конечно. Ой, хорошо, друзья. Садик наш просто замечательный. Просто замечательный садик. Я обещала быть у стылки в 1:15. Сейчас без минуты час. У меня осталось 16 минут. Не хочется прям бежать. Сейчас в гору дорожка. Ничего, успеем. Стелуска меня уже ждет. Накрыла на стол. Друзья, у меня прям вот эти походы к Стелке. Отдельная папочка с видео. Представляете? Ну, какие розы красивые, смотрите. Сейчас выйду на ровное место. И дело пойдет быстрее, друзья. Здесь очень красиво. Я не знаю причину, почему все фонтаны не работают днем. Это загадка. Давайте еще маленький подъем и все. Все. Вышли на ровное. Впереди метро и Чари-Шахер. Дети толпятся, покупают воду. Этот источник тоже что-то, вода не идет. Или тут кнопочка? Я не знаю, как он работает. О, реставрация мэрии. Перешла на левую сторону дороги. Впереди Исмаиля. И иду до Зарьяр-Палан. Там поверну налево, друзья. Погода жаркая, но такой замечательный ветерок. И вот сразу у нас наступила жара. Сразу. Еще несколько дней назад. Куртки, муртки, кроссовки. И вдруг сразу ты идешь в майке. В легких босоножках. Как-то так вот непривычно, хорошо. Так, это что у нас? Нет, еще одну улицу вперед. Еще одну улицу. Так, давайте, друзья. Друзья, я задержалась. Я прикупила себе две шапочки от солнца. Представляете, одну соломенную и одну такую парусиновую. Потом вам покажу. А это бывший базар Пассаж. Я увидела двери открыты. Посмотрите. Просто зайду, вам покажу холл. Друзья, бывший базар Пассаж. Представляете? Сейчас здесь ресторан, все. Можно зайти попить кофе. Вот тут были ряды зелень, по-моему, зелень, сыр, вот здесь на возвышении. Выходим.
Правда интересно? Здорово. Друзья, я голодная, приголодная. Скорее, скорее. Плов. Сябзи. Вперед, друзья. Ну, шел сун. Мариночка. Тут я шапку купила. Как тебе? Отлично. Шапочка раз. Шапочка двухсторонняя. Друзья, я их купила на коммунистической. Ну все, друзья, мы вышли от Стелуськи и пойдем через улицу Истиглалиат. Спустимся по Азиз-Алиеву и пройдем к остановке возле кукольного театра. И поедем домой на 125-м. Почему в этот жаркий день не работают фонтаны? А я не знаю, друзья. Ответа у меня нет. Друзья, домой. Я не буду заходить в крепость. Домой, домой, домой. Спускаемся по Азиз-Алиеву. Вышли на Мамед Амин Расулзаде. Среди чинаровых ветвей Таюшкин балкончик на 4-м этаже. Под нею сплошные кафешки. Они спят с закрытыми окнами, потому что людской гул, гул вечерних ночных кафе, он просто наполняет звуковое пространство. Ну вот, подходим к переходу, и близится конец нашего видео. Калы тоже не работают. Друзья. Нам только 125-й подходит. Я. Вот мы и дома. До новых встреч, до новых видео. Пока!